Ну что, значит, сейчас лежу на больничной койке в неврологии. После того, как попал в полицию, написал заявление, значит, полиция мне не дали направление на судмедэкспертизу, на снятие побоев. Вышел с полиции, попал на солнце, резко заболела голова, затошнило, стало погано, чувствую, что на своей машине не доеду до судмедэксперта. Хорошо, что пацаны были рядом. Вызвали мне скорую, дали воды, потому что реально стало дуже погано. Пока внутри полиции находился, прохладном помещении, там сидів в каком-то, может, там, шоковом состоянии, не знаю, был. Можно и так, наверное, назвать. Не чувствовал ничего. Попал на солнце, сразу стало погано. В общем, приехала скорая, померили давление. Давление 170. Вкололи магнезию. Отвезли в приемный покой, расспросили, записали показания, заставили продуться в трубочку, ну, типа, чтобы я не пьяный был, в нули, естественно, показал. Вот, теперь находлюсь в палате, лежу. Подозрение на сотрясение. Значит, дуже сильно болит голова, гематома на правом виску. Походу, ногой хорошо приложилось. Потом вот тут за ухом получал удары. Сюда, отсюда тоже дуже шия болит. Вот голова, отсюда болит кость. И внутри голова вся болит. Царапины, ссадины, это такая мелочи. На спине, там на ребрах пару есть моментов. Вот. И правая нога, ниже колена, тоже дуже сильно болит, не можу ступать на ногу, дуже больно. Вот. Так что Котелевские загумённые можуть пока что радоваться. Їхня мечта сбылась, Баздыря побили. Ватная публика проявила свою народную любовь до мене, як кричал кто-то из тех, кто избивал. И, кстати, в избиении еще принимал участие депутат городской думы нашей Капинус Сережа. Він прокладывался несколько раз ногою по мінілежачому. Вот. Ну, понятное дело, это такая крыса, что может только из-под тяжка наносить удары. Вот. Ну, а Буша со своим сынком, подельником, конечно, я так чувствую, заедут надолго. Потому что провокация явная с его стороны была. Один раз напав, хотел забрать самую эту камеру, на которую я сейчас веду запись. У него не получилось.